Привет, это Декодеки, и Эрик наконец-то с нами. Привет, я чутка припоздал. Мы будем делать реакцию на Димаша. Как это можно было так прочитать? Благодарим всех, кто рекомендовал это видео. Ну так давайте начнем. Погнали. Вот за пианино мы его еще не видели. Да блин, меня уже размазало. Я уже в хлам. Он так проникнут этим. И вот так всегда. Он всегда погружается в свои выступления. Но здесь как будто бы чуть больше. На капельку больше. Он забрал мою душу. Будто подошел и сказал: «Хей, Алан, твоя душа теперь моя». А я и не сопротивлялся. Это как внетелесное переживание. Я аж прям почувствовал, как душа вышла из тела. Вот так просто встала и ушла. Понимаешь? Твою ж мать. Да, это было...
Знаешь, я только что был в другом мире, и ты со своим шармом вернул меня в реальность. А так я был где-то там. Да, бро, точняк. Меня жесть как штырит. Ребят, спасибо за просмотр. Не забываем лайкать, комментировать и подписываться. Вы также можете поддержать наш канал. Ну, если вы захотите, конечно. Мы все, спать.